обратился в полицию с просьбой переквалифицировать уголовный процесс. В данный момент полиции возбужден уголовный процесс о нарушении строительных правил, вызвавшем тяжелые последствия. Согласно нынешней квалификации, виновных лиц можно приговорить лишь к 4 годам тюремного заключения. При этом полиция не исключает, что в ходе расследования могут быть выделены отдельные процессы, и тогда квалификация деяния может измениться. Однако представитель пострадавших просит возбудить уголовный процесс еще по одной статье – убийство по неосторожности, вызвавшее гибель 2 или более лиц. Если просьба будет удовлетворена, то к виновным может быть применено наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет. Заявление госполиции, согласно закону, должна рассмотреть до 27 января. Латвийских олимпийцев перед поездкой в Сочи проконсультируют сотрудники.